Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня решила сделать небольшую рекламку зубной пасты, которой я пользуюсь. Скажу честно, у меня с детства определенные есть проблемы с зубами, и поэтому к средствам по уходу за полостью рта я отношусь очень щепетильно. Я никогда не покупаю пасты, которые стоят там 20-40 рублей, то есть цена, например, в 200 рублей для меня всегда была адекватной, я старалась смотреть пасты именно вот из этого относительно качественного сегмента. Дело в том, что, как я узнала, те зубные пасты, которые продают в обычных магазинах, они содержат вещества, которые способствуют распространению бактерий во рту. Именно поэтому вроде бы мы зубы почистили, а вроде просыпаемся, и у нас ужасный вкус во рту. Я думаю, что многие с этим сталкивались. Во время моего путешествия в Индию бывалые туристы посоветовали мне вот эту пасту. Она называется Red Dabur. Она была еще другой расцветки, но вот именно эта красная, она самая мощная. Как написано на упаковке этой зубной пасты, ее состав разработан на основе знаний аюрведы. Она прекрасно очищает зубы, отбеливает немного эмаль, удаляет неприятный запах изо рта и препятствует распространению бактерий, и как следствие помогает при заболеваниях десен и зубов. Когда у меня, например, начинает кровоточить десна, либо заболит зуб, то я наношу в качестве маски данную пасту, и действительно боль немного проходит, и я могу нормально доехать до зубного врача. Впервые пользоваться ею было очень непривычно, потому что она имела специфический привкус перца, она казалась острой, от нее жгло во рту, но знаете, мне кажется, что это так умирали бактерии. Когда я теперь пользуюсь несколько раз в день, то есть у меня такого эффекта нет. Пользуюсь я данной пастой с 2012 года, то есть уже получается 5 лет. И вы знаете, когда я приезжаю куда-то в гости, пользуюсь другими пастами, то как раз понимаю, насколько они ужасны, потому что после них как раз во рту остается по утрам вот этот неприятный вкус. Покупаю я данную пасту в аюрведических магазинах, то есть там, где продаются индийские товары, покупаю сразу по 4, по 8 штук для себя, для родственников, потому что всех мы подсадили на эту пасту, потому что она действительно качественная. Я надеюсь, вам понравилось данное видео, что оно было вам полезным, поэтому обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал и, конечно, пишите, какими зубными пастами пользуетесь вы, какие вам нравятся, потому что вдруг есть еще какие-то интересные варианты.